начать, но я обменили это делать, у меня лага все будет, и я не хочу. Так, я начал, мы тут уже выживаем, но я только сейчас додумался до записи. Гений! Да, гений. Ну как? Просто я тут такую же равнину... Я, кажется, нашел каньон в воде, но это не каньон, это просто непрогруженные чанки. Поздравляю. Я могу принести тростник, чтобы... О, шахта огромная. Какой каньон. Каньон. Сделай меня... А можно к тебе ТП-шнуться? И, пожалуйста, сделай меня... Кем? Опка. Зачем тебе опка? А мне нужна опка. Так скажи, я тебе выдам... что на всякий пожарный ты прохаться к тебе и помогать. Если меня там это. Если, а, ну если окей. Меня там удобно, если что, я сам могу возрождать. Спасибо. Только в этой, в капсуле я соберу. У нас а теперь 7 шерсти, мы можем скрафтить кровать. Ну, давай. Если что, едь ко мне, у меня тут все мирно, я пока что просто сношу дорогу. Я думаю, под 10-й день мы уже... Я, кстати, вот сейчас вам покажу, что это не фейковые жизни, не текстурпак, вот жизни, а вот текстурпаки. Видите, нету активированных текстурпаков. А у меня есть очень много текстурпаков, но я ими не пользуюсь на 1.16.5, потому что я скрилапс. Я их пользую только на 1.8.9. Потому что я скрываюсь. Это логично. Блин, как долго сейчас до тебя плыть? О, у нас тут вот капсула. Ну, это так, если возрождение. Это, ну, и мы и гору разрушаем. Это для моего возрождения, потому что я умираю не по дням, а по часам. Да, ты можешь в любой момент умереть. Я могу умереть за одну секунду, так что. Ну, ты сейчас чуть не умер. Я прыгнул, потому что у меня была полностью ХП-шка восстановлена. Смотри паркур. Ладно, скрафчу одну золотую лопату. А, нет, у меня еще железная лопата еще целая. Ёпарас это. Смотри паркур. Паркур! Разобьёшься, я тебя не буду возрождать. Ну, капсула будет. Сам... Капсула будет, а сам я тебя не буду. Я сам себя могу возродить. Оп. Оу, молодец. Нам нужно тут всё, убрать поехали, эту гору, поехали, она вообще нам... Поехали, всё сносить. Мы хотим вот здесь часть... Делать все равнину, ну равную то без гор никаких. Сейчас вот это все надо сносить, чтобы нам было кайф. Просто кайф. А у меня кирка сломалась, просто офигенно так. Ну-ка, я залезу-ка наверх, посмотрю, сколько нам еще осталось копать. Ну, как сказать, нам копать тут вообще офигенно много. Ну, главное вот эту всю землю я уберу. Можешь прям брать песок тут дофига его. Прям можешь прям навалом вот так вот брать. Прям его прям нуме. Так. Его очень много, прям. Ну прям мэ. Можно. А давай расширим эту. Скостов расширить. Ну, расширяй, я пока буду корус дальше разбить. Ладно, давай, сейчас, все будет. Сейчас я расширю его, тут ты свой остров не узнаешь. Так, берем, так все вот это сложим, берем только песок.
прям только песок. И поработ! У меня, у нас пища. Это, ты что делаешь, расширяешь? Расширяю. Окей. Я думаю, по 10-й день у нас будет уже огромный остров, потому что, ну, огромный, прям, нормальный. А ты сделал нам кровать? Нет еще пока. Кстати, помнишь, когда мы с тобой в первый раз начали хардкор играть с Колей? Ты, я тебя ударил, и ты меня начал бить, и я умер. Я не помню такого. А я помню. Ты, я тебя ударил, а ты меня бить начал. А я умер. Совсем старые записи. Я это видео выложил, и его YouTube на в бан. Почему? Не знаю. Может, потому что мы что-то там говорили плохое, но вообще мы никогда не матерились. Мы ничего не говорили там, но он мне набан. Блин, золотая лопата заодно очень быстро. Она быстро очень копает, но очень быстро ломается. Всё, я просто половину раскопал, и она сломалась. Так, теперь будем расширять без земли. Она поудобнее будет. И у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я сейчас расплавлю 11 железа, и я могу сделать 11 железа. 7,5 у нас стаков земли. Так что я поехал. А я, просто блин, поехал, что тут дерево? Почему тут дерево не убирается? Я не вкусен. О, кстати, тростник надо посадить, и мне тоже тростник. Вот тростник, вот. Ты не в удобном месте посадил их. Вот сюда лучше их посадить. О. И вот еще тростничок. И что вы понимаете, он умер уже два раза. За одну ночь. А вы при чем-то? Я чуть один раз не умер. У меня была одна жизнь, за мной гнался скелет. Он меня выстрелил, у меня было одно хп с половиной. И для меня удивление, я выжил. Странно, почему? Везение? Не думаю. Так, первый стак земли закончился, но я все равно начинаю расширять, потому что у меня их 7,5. Тут еще надо воду убрать. Просто вот так вот делаем и кайф. Я сейчас тут воду... Какой у нас уже большой, нормальный такой уже остров, на котором мы заспавнились. Просто кайф. Так, хоп, застраиваем. Тут надо воду убрать, чтобы было красиво выглядело. Ты скалу это разрушаешь? Не, я сейчас там переплавится железо. А, понял. Я только что воду убрал здесь. Надо здесь всю воду, тут надо всю воду убирать. А я тут пока что... И дерево надо убирать, оно вообще везде мешается. Я его просто выращивал, чтобы у нас было побольше. О, а я могу целых несколько лопат скрафтить. Скрафтил одну лопату. Молодец, просто. Кстати, лопаты тоже быстро листва ломают. Там еще... Ты думаешь, я... Сколько, по твоему мнению, я играю в Майнкрафт на компьютере? Я не знаю. 3 года. Ну, 4, ладно. Я 5 играю. О. Поздравляю. Сломать. Оп! Если считаю с телефона, то 6 или 7, я не помню.
А у меня, если считать с телефона, 7. Я 2 года играл с телефоном в Майнкрафт. Я где-то в 4 года начал на телефоне играть, или в 3. А я в 6. Когда мне было 3 года, я вообще не понял, что делать в этом Майнкрафте. Я в 4 года начал играть на мамином телефоне Майнкрафт. А еще, я еще на мамином телефоне скачивал Том, говорящий Том, потом заходил на него и как думал, что... Говорящий Том, который не срал, не ел, не мылся 11 лет. Говорящий Том, который не срал, не ссал, не ел, не мылся 11 лет. Он был скачанным на мамином телефоне очень долго. Знаешь, когда я играл в говорящего Тома, у меня ему было целых 106 лет. Скрафти нам кровати, мы сейчас поспим и кайф будет. Пожалуйста. Сейчас скрафчу. Пожалуйста, скрафти. О, боже, боже. Я тут лопату доломаю. У тебя она не сломается, быстрее давай. Она наполовину уже сломана. Лопата не сломалась. И чё? Ну давай быстрее, пожалуйста. Сейчас лопату доломаю, тут вообще немножко осталось. У меня с ней факелов ничего, я вообще никуда не ходил. Я просто строил лампу, я... Всё, всё, сломалось. Ну иди быстрее домой. Сейчас я всё... Всё это, добуду. Давай, возьму, давай. Блин, сейчас я выключу этот автопрыжок. Автопрыжок, включаю, он неудобный. Да, да, я его выключаю всегда. Я сейчас вот так вот... А, за мной, кажется, маленький зомби бежит. Быстрее, делай, быстрее. А, дай зайти, все хорошо. Мне кажется, не хватит мне дерева. Блин, я, блин, неправильно крафчу это. Сейчас, подожди. Да мне хватает. Спасибо за землю. Я буду на следующий день. Спасибо за дерево, положим сюда. Спасибо за еще за землю. Спасибо. Так, я буду спать здесь. А ты где? Я хочу вот здесь. Оп. Все, пошли, давай. Ой, сейчас текст очищу. Да, вот он был слун, застрелен скелет. Ой, зачем я скелет, и флун разбился на смерть. Он был вот. А меня причем здесь нету, где я умирал. Да, нету. Чайки, нет. А, и что нам делать дальше здесь? Дальше гору сносить. Гору сносить, дядь? А я буду... Нам почти что вообще... Кстати, а давай потом огородим вот этот наш остров вообще этим огородим? Нет, давай, я еще буду расширять, так что пока что не огородим. Блин, капец, нам еще много надо его ломать, эту гору. Но мы ее и так уже наполовину сломали. А так уже половины горы нет. Капец, половину горы нет уже. Я пока расширяю, все пока что кайф. Почему у меня тростник не ставится, это вопрос. Жизнь просто. Который я случайно сломал, не знаю даже как. Как он ломается? Как? Почему он ломается? Это первое.
А чё? Так, всё, ладно. Всё нормально. Стоит. Так, я теперь понял, почему он ломается. Так. Я теперь хотя бы понял это. Сейчас будет нормально. Оп. Сейчас он не будет ломаться. Будем рейд проводить. Рейд? Да. А ты чё, куда рейд нашёл? Не, просто будем. Ну, я бы не желал. Но не хочу, пока что не хочу. Да, я думаю, мы умрём в этом, на этом рейде. Будущее? На будущее, давай. На будущее. И когда у нас прям вот сейчас зачарования будут, на зарид будет, всё будет. Да. А сейчас я не согласен. Пока что я не согласен. Тем более здесь стоит сложность сложная. Молодец, потому что ты это сделал. А с помощью команды я могу поставить нормальные. А, давай нормальные, пожалуйста. А что, на хардкоре играть на нормальный? Ну окей. Крипер взорвался, чтобы ты понял. Крипер! Круто! Откуда в доме крипер? Подожди. Осветить надо было. Дырочки какие-нибудь делать. Ладно, буду ждать. А, о, здорово. Зародился. Всё, кайф. Хоть, господи, спасибо. Спасибо, что ты выжил. Выжил. А чё с ним? А, ну пусть будет таким открытым. Я хочу скрин сделать. Всё сломалось! Она всё сломалось! И третий раз уже умер. Третий раз, потому что я не знал то, что у меня сзади крипер. Вообще. Я даже его не слышал. А, ну потому что я не в наушниках. Это логично. Я потерял двери, это обидно, очень. Сейчас я двухствольные двери сделаю, я не вижу. Как я это выговорил, я не знаю. У нас сложность-то не поменялась, у нас до сих пор сложная. Капец. Капе. Я короче, хочу вход. Я хочу, короче, вход красивый сделать в наш дом. Так что сейчас уходи оттуда, я буду красивый дом нам делать. Ну, там, архитектура. Тут и всё такое. Раз, два, три, четыре, пять. Вперед. Меня сломалось. Поздравляю. Жизни лишнего не бывает. А что ты кровати рядом поставил? Ну я хочу так. Не. Ты об этом подумал? Что я хочу так. Я не хочу так, я хочу здесь теперь тоже. И вот так булыжником закрою. Буду вот тут так спать. Дофиг. Да не ломай. Не, я так заснуть не смогу, у меня есть идея. Это я здесь буду спать. Я его не... А, ты и здесь будешь спать. Ты здесь будешь спать? Я, да. А, ну окей, тогда. Конечно, я не задохнусь в ней, когда начну вставать. Блин, а я же там, я же там. Не, ну так нормально, мы уже тут половину, мы уже наверху всю землю убрали. Убрал я. Сейчас буду нормально нам домик делать с архитектурой.
Что там за цари? А что там за царевны идут? У нас 12, короче. Я короче, что я хочу? Я хочу там делать. Я так хотел с фантома хотел встретить. Забыл то, что не так надо сделать. Короче, я хочу подождать. Смотри, сейчас камень просто будешь. Ты сейчас посмотришь, как я сделала? Только не сейчас. О, уголь! О! Мы наконец-то факелы поставим. Я нашел немного угля, даже много угля. Класс, кайф, офигенно. Ну гора, мы тебя все равно сносить будем. А, у меня кирка сломалась. Хорошо, что не алмазная. Блин, алмазная даже быстрее копает. 20-21 уже угля. А ты не в курсе, как делать штучку, короче? Я забыл, как одну штучку делать. Вроде там нужны палочки. Ура, все, я добыл все. Конец-то. Делаем палки. Вроде бы как. Надо сделать вот так. И так. А нет. А как? Подожди, что тут? Раз, два, три. Так, ладно, книжка, давай. Блоки. Ты а хоть как? Посмотри, как я снес гору. Почти снес. А я смотрю, тут не показано. Подожди. Я еще не половину снес. Все, я понял, как это все делать. А что ты сделать-то хочешь? Готово. А что ты сделать хочешь? Ну, короче, посмотрю. Придешь домой, видишь. Раз, два. Жалко, что завтра в школу. Что? Говорю, жалко, что в школу завтра. Ну ничего, два денечка. А ты нормально. Со какой смены учишься? Мне еще завтра рано вставать, господи. С какой? Ой, просто иди домой, просто кайфанешь от этого входа. Сейчас доделаем. Мне этот песок проклятый надо убрать. У меня самый нелюбимый блок — это блоки те, которые падают. Это как гравий и как песок. Вот почему другие блоки не падают? Я покакался. Я забыл, что тут вода. О, классно. Закрывай двери. Сейчас факел скрафчу. Короче, сам крафчу. Эта кровать заблокирована. Открой тогда вот эту. Ну, короче, убери вот эту верхнюю штуку, и нормально. Все, давайте, закрываем. Сейчас закрываем. Нифига, тут угля. Там много угля. Я сейчас положу все, что я добыл. Вот, на тебе песок, на тебе... Вот-вот. Спасибо, просто офигеть! Ну и идея, вот тут и яблочко. Так вот, это работает? В общем, много. Это не работает, но я все равно это... Ты ходишь возле меня и светишься. Факел, потому что у тебя в руках
Помоги, пожалуйста. Как нормально, мы так гору снесли. Мне помочь. Чем? Сделать склад. Склад сделать. Блин, мне еще гору сносить. Я вот так вот и хотел сделать, а ты и ломал сразу же. Я хотел вот так же сделать. Я сейчас, да. Я с Лёхой играю. Помоги, пожалуйста. Я с Лёхой играю. Помоги склад сделать. А? Помоги склад. Вот он. Помоги склад сделать, пожалуйста. А? Да, Лёвин друг. Помоги сделать. Лёва, нет, склад. Пока с ним играю. Поможешь мне склад сделать, пожалуйста? Да сейчас. Мне гору всё сносить. Хорошо. Почти весь песок убрал с этой горы. Не, ну, да сейчас. Не, ну вроде я почти что все убрал. Весь песок убрал. И не считая вот эти твердые блоки, то весь песок убран. Ну да, весь песок убран. Да, убран. Осталось еще вот эти кусочки земли убрать. Не, ну это мы потом, это уже мелочь. Есть одна проблема. Я делаю эту. Саму вот эту вот. Ну, короче, я склад делаю в этой скале. Есть одна проблема. Почему? Или в другом месте, может. Но точно не в этой, потому что там слишком много песка. Очень. Прям внутри там. Но мы же эту сносить. Ну знаешь, мы можем вот эту часть оставить, а саму гору снести. Да, можно, ладно. Я просто не знал, как это решить. Я вот сначала. Я теперь буду убирать вот эти блоки, песочные блоки твердые. Можно называть песковный бетон. Так. Так, вот тут я убрал. Так, вот здесь убрать. Тут вообще много. Убирать. Если бы еще на эффективность была бы вообще прекрасно. У нас сейчас что-то раскопаем, и один камень останется. Останется один камень сломать. Я за все это время ни разу не умер. Так там вроде у меня вот там же у меня старт дерево. Где дерево? Ты можешь просто добыть? У меня есть так дерево. Я тут доламываю эти песковный бетон. Можно из этих песковных. Из песков можно сделать пирамиду на каком-то островке. Ну, кайф. Дерево нужно очень. У меня только стак. Чтобы сделать сундуки. Я сейчас буду, короче, делать штучку. У меня стак. Я, короче, сейчас буду переносить сундук, который у нас дома. Буду переносить в склад. На склад. Ой, еще уголек. Уголька. И раз, два, три. О, много уголька.
А это хорошо, когда много уголька. Очень. Это очень хорошо. Капец, здесь много этого песковного бетона. Как ты понимаешь, я только замочился на вот этом моменте. Мне надо еще расширять или еще и нормально? Или нормально? Ну что еще расширить на несколько блоков? Лучше на три блока еще расширить. Расширить на три блока. Хорошо, я пошел на три блока расширивать. Ой, я почти доломал. Можно из этих блоков сделать пирамиду на каком-то островке другом. Дерево подобывай и сделай много сундуков. Я буду из этого лишнего песковного бетона делать пирамиду. То есть устроить нечего, я буду пирамиду. Пирамиду ломать. Ну как переломать? Делать. А зачем нам эта пирамида? Так, для красоты. Ну может там еще что-то будет. Ну посмотрим. Все, я все бетонные блоки убрал. Глина здесь. Нам глина нужна? Глина, да. Ну я тут, ну ладно, еще пойду добуду. Глина. Я добыл две глины. Сейчас скоро буду еще эти бетонные. Значит, вот эта гора нам не нужна, вот эта. Вот какая эта. Именно? Ну, вот эта, в котором ты хотел склад сделать первый раз. Да. Можешь ее сносить? Посвящаю тебе дело. Ага. Капец, я умотался, но уже ломать. Может, ее уже отложить, эту гору, вот эту большую. А ты чё, на три блока? А, ну да, ты на три. Так. А куда половина тростника делась? Вот она. Она сломалась, и я, короче, новую. Посади еще куда-нибудь. Там. Дай мне тростник весь. Весь тростник? Да. Угу. Ну, два тростника, можно и вот сюда, сюда. Вот тормоз. Кстати, там же еще вот тростник вырос. А еще тут много тростника выросло. Буду еще, можно еще вот здесь. Блин, а он же садится. А, вот, он все правильно садится. У меня еще тоже куча была этого тростника. А ты на склад перетащил? Тростника здесь, к сожалению, нет. Ладно, я пойду начинать строить эту пирамиду. Знаешь, что-то долго ночь не наступает. Ты не знаешь, почему так ночь не наступает? Долго. Долго как-то ночь не наступает. Странненько. Вот здесь такое хорошенькое место для пирамиды. Это песчаник называется. Вот так сделаем, потом еще вот так. Ну, тут надо сломать место. Или еще так же. А, ну да, так же. Делаем вот такой квадрат. Большой. Это не квадрат. Все, дядь, посмотри, как я это нам сделал. Надо квадрат сделать, именно квадрат. Расширение нашего острова. Ой, тут есть одна проблемка. А я пирамиду делаю. Молодец, но скоро ночь, нам надо будет спать. Это еще не так, так недостаточно еще. Можно вот так сделать. Вот такой нормальный размер. Блин, накаркал ночь. А все спать? А? Сейчас я приплыву.
Я плыву. Я тут просто пирамиду начинал делать. Да какие нафиг монстры? Я вообще никого не вижу. Ну, у нас сейчас по сложности сложная. Вон моя лодочка. Мы уже 35 минут выживаем. Где монстры? Покажи мне хоть одного монстра, из которого я не могу поспать. Они могут под землей быть. То есть я спать не могу. Это моя кровать. Вы не можете уснуть. Да какая разница, что они бродят, где они не бродят? Мы нашли этого крипера, он был здесь. Чё ГГ написал? Вот я им просто по приколу. Я пошёл дальше расширять вашу платформу. А я пошёл дальше делать пирамиду. А можно к тебе? Я уворачиваюсь от скелета. Скажешь, как идёшь? Уворачиваемся от скелета. Скажешь, когда ты придёшь туда? Я уже приплыл. Приплыл? Да. Дрифтим. Я хочу прям красивый дрифт сделать. А, дрифтер такой нормальный, даже развернулся. Привет. Можно тебе помочь? Вот, пирамида. Делаем египетскую пирамиду. Да. А, ну дай блоки. А, окей. На два стака. Мы сюда посадим жителей, они будут нам тут торговать. О, да, класс. Молодец. Так, мы тут уже настроили. Так, а где мы жители? Угу. О, половину ты уже застроил. Сейчас я тебе сделаю, все я сделал, можешь строить блоки. А ты уже все сделал, пирамиду почти. Ну-ка, я хочу попробовать этот быстрый строительный метод. А, ну да, я бы уже умер в Бедварсе бы. Навыки у меня так себе Бедварса. Но я, блин, кликаю так, что так кликаю, что как будто это похоже на читы. Все. О, пирамида готова. Знаешь, здесь можно попробовать. Здесь можно и попробовать и фармилку пока временно сделать. Где вход будем делать? Не знаю. Ну, пока пусть так стоит, мы потом придем к ней. Вот тут надо закрыть вот так. Закроем. А то там монстры будут спавниться. А и выходить. Они и так будут там спавниться. Там. Я хочу туда, можно? Вот ты туда? Ну иди, я сейчас приплыву. Там тут просто пустой остров, мне интересно. Да, здесь пустой остров, я уже здесь был. Вот пустой остров. Пошли домой. Всё, Дрифтируем. Давай я песенку буду. Угу. Петь. Ну, чтобы нам было не скучно. Что на свете лучше нету. Так и знал, что ты ее петь будешь. Ладно, нету. Всё, мы приплыли. Можно пока идти деревню поискать.
Так, а ну-ка я запишу-ка координатки. А давай дерево, эти деревья будем снимать, тут их слишком много. Подожди. Сейчас запишу пока координаты, мало чем мы будем куда-то уходить. 90-95-63-63-70-50. Слежный? Ну я не хочу. Ну. Да. А зачем ты тут лес так поставил? Так, вот они координаты. 195-63. Это координаты. Зачем эти координаты? Можно вопрос? А я их, чтобы не забыть. 195-63-71. Я запомнил. 100. И норд. Я поплыл. Обратно подплыл. Обратно, пожалуйста. Я тебе помогать буду. Только давай без песенки. Я, всё, давай. О, там черепом всплыли. Давай будем животными всплывать. Моя малышка. И чё? Координаты. Куда? Я в путешествие поплыл. А, ну давай, поехали. То есть деревню искать. Хочем? Я дерево подобываю. Ну давай. А я поплыл. Давай, давай. Деревьев много, я могу тут позабывать много. А я плыву. А что она делает-то? Быстро? Она бесшумная? Да, что мне ударило по дереву? Что мне по лодке долбануло? Это, наверное, был этот утопленник. Короче, давай, я вот сюда буду плавать. Короче, у нас тут деревья будут. Давай я просто дорожку буду делать вот этим всем островам. То есть и к пирамиде, и к... Что я плыву по какому-то бешеному океану? Я нигде не могу найти какое-нибудь сухое место. У тебя какой, кстати, уровень? Божественный. У меня не почти уже первый пока что. А, у меня 13-й. 13-й? Красавчик. А я в деревне сажу. Странно, в пустую деревню! Деревня? Как тебе? Можно к тебе подъехать? Сейчас я тут это... Можно этого убить, как его? Ну ты понял, кого. Ты пока убей этого, а я пока залутаю этих. О, кровать, нормально, кровать. Я знаю, сейчас. Как кровать тебе хоть. Доделаем. Будем их этот. О, сундук! Я пока подобываю вот эти лампы. А я пока буду добывать. О, печка нормальная, печка нам понадобится. Вон там еще лампы, там еще лампы висят. Я буду лампы добывать. Я, короче, тут. Ой, ё-моё, тут котик, класс. Сейчас я доделаю. А можно купить
Ну, убивай, я сказал, убей его.